просто пришла показать. Уже готовая продукция. Все, только погоды ждем потепления. Все, можем мы уже реализовывать. Надежда Цой уже больше 20 лет выращивает из семян капусту и томаты, а также множество видов цветов. Как и другие хабаровские фермеры, в сезон продает рассаду на рынке в районе остановки Химфармзавод. В этом году в ее теплице весны ждут около 5000 зеленых всходов. Но предприниматель не уверена, что сможет без проблем продать выращенное. Мы постоянно думаем, а где будет нам место, где мы сможем продать? Вот мы мучаемся, мы вкладываем деньги, все покупаем. Топим теплицы, там, соответственно, топливо, все вот это, да, семена. А мы и не знаем, сколько садить, потому что вдруг не будет негде резать. И куда мы это все денем? Рынок рассады существует на этом месте много лет. Дачникам удобно перед тем, как сесть в автобус, приобрести нужные корешки. Ну, бывало так, другой раз своя там где-то закончилась или пропала, так покупаю. Из-за того, что на этом участке в будущем планируют проложить ливневый канализационный коллектор, строить капитальные торговые павильоны нельзя. Прилавки могут быть только временными. При этом на рынке должны вывозить мусор, обеспечить охрану и санитарную зону. Для нормальной работы нам нужны, чтобы у нас были, чтобы была стабильность, чтобы были постоянные гарантированные места, удобные, именно удобные для сельхозпроизводителей, чтобы они могли выкладывать свою продукцию, чтобы ее было видно. В прошлом году мэр Хабаровска Сергей Кравчук принял решение сохранить сельскохозяйственный рынок на Химфармзаводе и поручил чиновникам найти для этого возможности. Юридические процедуры по формированию земельного участка завершились. Фермеры могут не беспокоиться. Рынку быть. Мы согласовали с сетедержателями место размещения торговых рядов. В связи с тем, что бюджет все-таки ограничен и спрос от бизнес-сообщества есть на данный вид деятельности, принято решение провести конкурсный отбор на организацию, которая будет непосредственно управлять данной территорией. Принимать заявки на конкурс будут со 2 апреля в течение 2 недель. В конце месяца в администрации подведут итоги и решат, кто же будет организовывать сезонную торговлю рассадой на рынке в районе остановки Химфармзавод. Наталья Чернышова, Максим Артиков. Смотри Хабаровск.